Здравствуйте. Сегодня 23 августа. Хочу показать, что потихоньку начинает у меня распускаться все на фитильном поливе на верхней полочке. Вот. Так, хотела показать вот что. У меня распускается вот последняя красавица. Она у меня была и на верхнем поливе, я ее поставила на фитиль. Вот. Здесь два бутона. Вот здесь только водички. Там у меня много сортов, это все КТ Купава. Вот все, сколько я их размножила уже. Вот они. Еще у меня там на лоджии немножко стоят тоже. Вот сколько бутончиков. Там вот моя красавица распускается. Вот еще новые бутоны. Здесь красотульки. В конце видео я напишу, какие это сорта, как называются, потому что сама толком не могу еще запомнить. Здесь мои красотулечки, вот. Стою на верхней полочке, неудобно, поэтому так показываю. Сегодня глянула, сегодня я отдыхаю и вот начала их проверять. Вот это моя белая галаксиния сверху подсохла, потому что там не было водички, уже она выпита была. И сверху подсох грунт, поэтому я ее сейчас сверху полила. Но она оправится, будет нормально. И вот это у меня. Так, а это Кассандра у меня. Так, теперь здесь у меня вот этот сорт 2-2. Я обожаю белый цвет. Ой, это моя слабость прям. Нежность, мне кажется. Я говорю, как невеста в белом, вот. Люблю. Ну и это моя любимая сиреневая. А вообще хочу рассказать про свою купаву. Вот, я сейчас сначала вам покажу видео и дальше расскажу. 20 августа. Вот так купава хочет раскрыться. Вот столько у нее бутонов. Так, водичка вот у нее сейчас закончилась. Сейчас налью новый стакан воды со слабым раствором удобрения Фертика Люкс. 6 бутонов вот уже набухших и 2 еще зелененькие. Все, водички я налила. Третий день. Вот они как раскрываются уже. Посмотрите, красотульки мои. Вот. Мои хорошие. Ну и вот, мои хорошие, теперь я вам хочу показать купаву. Вот у нее так 2 маленьких этих зеленых бутончика еще есть. А вот здесь вот так она раскрылась. Ну еще, конечно, не до конца. Но вот такая шапочка. Это первая купава, которая у меня раскрылась на фитильном поливе. У меня были на верхнем поливе, но один бутон вянет, другой раскрывается. Ну, никак не везло мне с этим сортом. И вот это единственный, который вот так открылась. Вот. Но цветонос, то, что много здесь шапочкой букет, видите, как вот так сами цветоножки вот так опускаются. Как вот переть, ничего не знаю. Но они у меня свисают, я просто подхожу, смотрю и любуюсь красотой. Вот они какие хорошенькие. Все равно красавица, что уж говорить. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Вот видите, как вот так она свисает. Потому что сколько, конечно, здесь бутонов. Все они сначала стоят. Ну вот, видите, здесь мало бутонов. Вот, вот они стоят как солдатики. Как солдатики. Вот. Но то, что здесь много бутонов, естественно, она свисает. Потому что цветоножки-то вон сами длинные такие. И вот не знаю, как. Выдержит, не выдержит, боюсь, что обломается. Но такая красота. Я все равно очень рада. Еще эти 2 бутончика распустятся. Ну и все, мои хорошие, вот что я хотела вам показать. Все-таки она у меня раскрылась. Я этому рада. Но дальше, я так еще думаю, что, конечно, сейчас еще и жарко. Вы понимаете, вот я на работе была 12 часов, да?
Здесь духота, дышать нечем. Я пришла, поставила вентилятор немножко сюда в сторону, направляю. Но тоже это не пойдет так дело. Я думаю, что зимой у нас все лучше будет, все поправится. Все будет хорошо цвести. Так что вот так. Все, мои хорошие. Все, всем пока-пока. Листочки у меня есть, я много укоренила. С каждого сорта листочков понабрала. Так что листочки есть у меня. И сортов, я думаю, что у меня уже, ну, как бы достаточно красивые сорта. Вот так. Ладно, всем всего доброго. Пока-пока, мои хорошие.